На острове Каневец в Ладожском озере готовится к открытию новой монастырской фермы. Прочные стены нового здания выложены из именных кирпичей, купленные на деньги многочисленных туристов и паломников, которые приезжают сюда с началом сезона навигации. Посетителей острова встречают самые общительные обитатели монастырской фермы. Местные козы охотно позируют фотографам и также охотно просят за это какое-нибудь лакомство. И так весь день, пока домой не позовут. Домой пошли. Домой – это пока в полуразрушенную постройку с прогнившим полом и ветхой кровлей. Старая монастырская ферма доживает последние дни. Совсем скоро переезд. Правда, не все здесь легки на подъем. Вьетнамские веслобрюхие свиньи, кажется, навсегда забыли о своем происхождении. Целыми днями только и делают, что спят да едят. Так заплыли жиром, что их ни один вьетнамец бы не узнал. Они очень хорошо провели зиму. Вот, и у них все-таки откладывается жир по нашим временам. Если там тепло и жарко, и он там им не нужен, честно говоря, мясная порода получилась. А у нас вышел, думаю, уже чисто в наш вариант. Экзотических животных переселят в просторные сухие помещения уже новой фермы. Здесь много света, есть вентиляция, в общем, все условия для дальнейшего набора веса. Роман Закурдаев, Константин Веревкин, последнее известие, остров Каневец.